Всем привет, меня зовут Паша Корчевский, сегодня мы поговорим, как играть блюз. Почему блюз? Я считаю, что это одно из самых первых, что нужно осваивать, так как это имеет в себе гармоническую последовательность, 2, 5, 1, 6. И я считаю, если ты научился играть блюз, считай, ты научился играть джаз. Значит, в этом видео я сделал небольшой анализ гармонии. Расскажу, какие нужно знать гаммы и какие пентатоники. Давайте разберем, что происходит у нас с гармонией. Небольшой анализ. Значит, вот такая сетка. 12 тактов, значит, 5 аккордов. Какие 5 аккордов? Значит, вот первая, четвертая, первая, первая, четвертая, четвертая, первая, шестая, вторая, пятая. Первая, шестая, вторая, пятая. Вот, и это будет как наши шампуры, мы будем на них насаживать наши гаммы, пентатоники, какие-то альтерации, блюзовые дела и так далее. Забыл сказать, что я говорю все по трубе в до мажоре, а по музыке это будет в си бемоль мажоре, так что вы знали. Какие нужно знать пентатоники? Я буду говорить относительно до мажорного блюза. Значит, в нашей ситуации в до мажорном блюзе есть две основные пентатоники. Это до мажорная пентатоника и до минорная. Но также их можно расширить, добавить одну, по одной ноте на каждую. Вот как они звучат. Значит, до мажорная пентатоника звучит таким образом. Раз, два, три, четыре. Как ее можно ее изменить слегка, добавить третью пониженную ступень, ми бемоль, вот как это звучит. Ну, почти как минорная пентатоника, но немножко отличается. Вот, а теперь следующая пентатоника, это до минорная пентатоника, вот как звучит. Раз, два, три, четыре. Расширенная версия до минорной пентатоники. Также ее в народе называют блюзовая пентатоника. Добавляется фа диез. Раз, два, три, четыре. Какие бибоп-гаммы нужно знать? Значит, до септ. Фа септ. Соль септ. Также нам нужно знать обязательно две уменьшенные гаммы и один гармонический минор. Значит, гармонический минор нам нужно знать относительно до мажорного блюза. Это ре гармонический минор, который мы будем применять на ля септ, на шестую ступень, ля септ минус 9. Вот как он звучит. От ноты ля, я играю от ноты ля. Раз, два, три, четыре. Уменьшенные гаммы нам нужно знать как минимум две. В России мы их называем тон-полутон гамма. А, значит, на данный блюз, до мажорный блюз, нам нужно знать уменьшенную гамму от до диез и от соль диез, ля бемоль. Вот, значит, от до диез строится тон-полутон, начинается. Вот так звучит. Раз, два, три, четыре. Следующая от соль диез, ля бемоль. Раз, два, три, четыре. Сейчас я вам хочу быстренько объяснить, на какой аккорд что подходит из того, что мы имеем.
Значит, вот на первый септаккорд, значит, до септа данной тональности, подходит все пентатоники, которые у нас есть. Значит, до мажор, продвинутый до мажор, до минор продвинутый, до сет бибоп гамма, и уменьшенная гамма от ноты до диез. Значит, на четвертую ступень субдоминанта фа-септ у нас подходит только доминорная пентатоника и продвинутая с фа-диезом. И пентатоника, которая изначально как мажорная, но там в ней есть ми-бемоль вместо ми-бикара, ми-натурального. И, значит, бибоп-септ гамма от фа. Дальше идем. Шестая ступень. Ля-септ минус 9. Вот, на нее подходит доминорная пентатоника. До бибоп гамма подходит также. И ре минор гармонически от ноты ля. Как бы мыслите от ноты ля у вас как основная нота, как бы, как тоника. И на последнем вторая, пятая, первая. То есть вторая, пятая. У нас идет пентатоники, все вы можете и мажорный, и минорный, до минор, до мажор можете играть. Соль, септ, бибоп, гамма, уменьшенная гамма от ноты соль, диез. Вот это все, что вам нужно знать на данный момент. Этого уже довольно достаточно. Значит, что мы имеем? Мы имеем две пентатоники, три бибоп гаммы, две уменьшенные гаммы, и гармонический минор, один гармонический минор. Все это нам нужно для того, чтобы у нас был правильный фундамент, на котором мы будем опираться и стоять четко, плотно, чтобы не было места ни для какой шары, ни для каких фокусов, ни для какого обмана вашей импровизации, чтобы все было четко построено по вот этим рамкам. То есть для данного этапа, вот для вашего этапа, вам нужны рамки, по которым вы будете действовать, из которых вы будете перемещаться из одной в другую. Вот. Должны быть вот эти ограничения поначалу, а потом, когда вы уже будете большими артистами, философами, вы уже будете играть то, что хотите, как вам нравится. Но вот сейчас вам нужны рамки. Сейчас я хочу вам продемонстрировать три примера импровизации, которая основывается на вот этом фундаменте, который я вам показал. То есть пентатоники, гаммы и все вместе. Вот. Значит, первый пример будет по пентатоникам. Я буду сразу играть по двум пентатоникам, буду миксовать между ними. Второй вариант, только гаммы, все гаммы, бибоп гаммы, уменьшенные гаммы, гармонический минор. Давайте попробуем.
На этом все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте нравится, лайк, пишите в комментарии. Будьте здоровы, благословил вас Бог. Пока-пока.